Poštovani gledatelji, sugovornik HTV-a je Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, medijski komunikator, jedan od najistaknutijih kojima raspolaže kijevska vlast. Pane Mihajlo, Mihajl Mihajlović, zdravstvujte. Dobro je. Iz-za korupcije nedavno bilo uvoljeno bolje 10 dolžnostnih lic. Izvjesno što išće do vojne korupcija bila odnoj, navjerno, iza главных огромных проблем для Украины. Политолог украинский Владимир Фесенко недавно напомнил, что при условиях войны коррупция дополнительно активизируется. Возможно ли в данных обстоятельствах вести эффективную борьбу с коррупцией внутри системы, не дестабилизируя систему? Вы задаете отличный вопрос, и коррупция является неотъемлемой чертой всего постсоветского пространства. К сожалению, так и не удалось построить за 30 лет эффективные антикоррупционные органы. Сейчас это продолжается строительство, мы пытаемся выйти в такой плановый рабочий формат для того, чтобы бороться с коррупцией. В данном случае речь идет о политических отставках, параллельно идут расследования, если будут установлены все факты, а это приведет к физическим последствиям для людей. Мне кажется, это усиливает государство. Да? То есть государство не может, прикрываясь войной, не обращать внимания на то, что изнутри страну разъедает там то или иное коррупционное проявление. То есть это деморализует общество, и общество не будет доверять своему государству. Во время войны это невозможно. Нельзя допустить, чтобы общество сомневалось в государстве. И поэтому мне кажется, что это только усиливает позиции Украины, говорит нашим внешним партнерам: смотрите, мы понимаем, болезнь точно есть, так как и в любых других странах, но тем не менее мы будем с ней, с этой болезнью работать и уменьшать проявления коррупционные в стране. Запад обязался предоставить Украине чуть больше сотни танков, но вы утверждали, что нужно намного больше. Для канала 24 вы сказали 350-400 танков. Реально ли ожидать, что Украина получит требованное количество вовремя в этом году? На каждом этапе войны, а сейчас определенный этап войны, когда Россия концентрирует все свои резервы, потому что она будет стараться пойти ва-банк, доказать, что все-таки имеет еще какие-то силы для того, чтобы удержать под контролем оккупированные территории. Для этого этапа войны нам нужны три основных инструмента. Танки, как контрнаступательный инструмент, ракеты повышенной дальности, которые защищают возможность, вернее, разрушают тыловую инфраструктуру России, снижают артиллерийские возможности России и в то же время защищают наших солдат и ту же бронетехнику. И третий инструмент – это авиация, штурмовая прежде всего, которая позволит эффективно уничтожать как раз таки мобилизованную живую силу Российской Федерации. То есть мы четко понимаем, и наши партнеры понимают, что на этом этапе формульное решение – это танки плюс ракеты. С ракетами мы сейчас ведем переговоры, безусловно. Что касается танков, опять же, нам нужно конкретное число, которое позволит построить несколько штурмовых танковых бригад. Штурмовые танковые бригады – это конкретное количество танков, современных танков. И поэтому уже на сегодняшний день, вот к сегодняшнему дню, мы выходим на цифру 300-320 танков. Не 100-150, а 300-320. То есть предварительные переговоры уже проведены. Сейчас идет обсуждение логистических возможностей. Я думаю, что количество танков в любом случае будет то, которое нам надо. От 350 до 450. Кстати, президент Зеленский вчера эту цифру еще раз официально зафиксировал. 300-500 танков нам необходимо. Мы не очень заинтересованы, мягко говоря, это так сейчас мягко говорю, заинтересованы в затягивании конфликта. Это Россия заинтересована в войне с низкой интенсивностью на истощение ресурсов. Мы хотим максимально пройти в 2023 году максимально возможные этапы и деблокировать территорию. Вы знаете, тут очень важно понять, если мы получим свои контрнаступательные возможности, вот мы об инструментах только что поговорили, то мы сможем резко ускорить продвижение вперед, нанести 3-4 фундаментальных еще тактических поражения Российской Федерации, и получим постоянно обсыпающуюся армию России, которая будет не боеспособна уже. То есть для нас это принципиальный вопрос. И танки здесь играют ключевую роль вот в этом направлении. Ну и ракеты повышенной дальности, которые позволят сохранить эти танки. А стоит ли до этого времени подготовки штурмовых танковых бригад преодолеть новое большое наступление России? Я не совсем понимаю, что все говорят и подразумевают под новым большим наступлением, потому что Россия каждый день атакует. Например, сегодня на Донецком,
Луганском направлении идут постоянные бои высокой интенсивности, где Россия ежедневно теряет от 500 до 800 человек. Это немалое число, теряет бронетехнику и так далее. То есть у нас в день мы можем иметь от 100 до 150 прямых боевых столкновений. Это чрезвычайно высокая интенсивность. У нас в день порядка 1000-1200 обстрелов, интенсивных артиллерийских обстрелов наших позиций. В день Россия тратит 30-40-50 тысяч выстрелов разных тяжелых калибров. То есть мне кажется, что интенсивность и так очень высокая. Да, Россия концентрирует на определенных направлениях дополнительный мобилизованный ресурс свой, но тем не менее, я думаю, что мы понимаем, генеральный штаб прекрасно понимает, что происходит, на каком направлении. Я думаю, что Украина сможет выдержать и любые дополнительные интенсификации действий Российской Федерации на том или ином направлении. У нас есть другие тактические задачи, которые предполагают выдавливание России с определенных направлений для того, чтобы обрушить вот эту остаток боеспособных возможностей российской армии. То есть вот они были деморализованы после проигрыша на Херсонском, на Харьковском направлении, но тем не менее они в течение определенного времени смогли там собрать мобилизованный ресурс свой, ну то есть мобилизовать вот этот большой объем живой силы. Сейчас главная задача — это максимально уничтожить вот эти мобилизационные ресурсы, а для этого опять же ракеты нужны повышенной дальности, сделать опять же несколько тотальных прорывов по разным территориям. Я не буду обсуждать, естественно, конкретное направление удара, потому что это работа генерального штаба. Я думаю, что превентивно об этом говорить бессмысленно. В хорватском публичном пространстве относительную популярность имеет тезис, что в Украине ведется прокси-война, посредническая война между Россией и США. Этот тезис часто повторяет и президент Хорватии. Как вы относитесь к такой интерпретации реальности? Я, безусловно, не готов вмешиваться во внутреннюю политику, сразу скажу, Хорватии, кто какие заявления у вас делает, я понимаю причины и природу этих заявлений. Тем не менее, давайте очень четко расставим акценты. Выглядит это чрезвычайно страшно. Это говорит о том, что некоторые люди не понимают природу войны и реально не готовы смотреть правде в глаза. У нас война идет на территории Украины. В этой войне принимают участие полностью весь народ Украины. Я понимаю, если бы это было не в прямом эфире, и если бы это было бы в каких-то газетах только война, да, на самом деле можно открыть и посмотреть, если можно, можно и приехать и посмотреть, в конце концов, что сделает здесь Российская Федерация. Украина не собиралась, вы же прекрасно понимаете, это очень важный аспект, нападать на Российскую Федерацию, это нонсенс. Украина в 2014 году, к сожалению, получила от России удар в спину. Россия забрала небольшую часть украинской территории. И в течение 8 лет использовала эти криминальные анклавы на территории Украины для того, чтобы постоянно и пропагандистски, и в горячем виде атаковать территорию Украины, рассказывая про какие-то мифические народы Донбасса, какие-то там непонятные обстрелы и так далее. Мне очень жаль, когда лидеры других стран этого не понимают. Концепция внешней политики России – это экспансия, это угрозы, шантаж и агрессия. Россия продает всегда «бойтесь нас», концепцию «бойтесь нас». И, естественно, Россия, абсолютно не располагая аналитическими способностями. Я должен просто большую тайну открыть. Я так понимаю, что очень серьезно люди анализируют Российскую Федерацию. Так вот, Россия не умеет анализировать события, которые происходят в глобальном плане. Застыла вот в этой своей начало 2000-х годов концепции «нас все равно боятся, поэтому можно на другие страны не обращать внимания». Не зная Украину, решила сюда вторгнуться. Все, точка. Россия здесь ведет классическую геноцидную войну. Она пришла уничтожать. У нас снесена сегодня с лица земли практически вся Восточная Украина. Ту, которую они собирались якобы освобождать, потому что там типа русскоязычное население живет. У нас армия украинская тотально осмысленно воюет, защищая свои дома. И это очевидно. И, соответственно, Соединенные Штаты не воюют с Российской Федерацией. Соединенные Штаты, ровно как и демократический альянс стран, поддерживающих Украину, передают нам в рамках программы помощи, передают нам ресурсы для ведения войны. Я, кстати, напомню, опять же, удивительно, что это не помнят. Во время Второй мировой войны Советский Союз, когда воевал с нацистской Германией, нацистской, подчеркиваю, Германией, получал в рамках ленд-лиза помощь от антигитлеровской коалиции. Точно так же, как сегодня Украина получает помощь от антипутинской коалиции. Это объективный процесс. И на 90% снабжение армии Советского Союза.
шло через Соединенные Штаты, через Британию, через альянс других стран. Еще раз подчеркиваю, это война конкретно России, которая зашла в нарушение международного права на территорию другой страны и уничтожает здесь граждан этой страны. Украине помогают, да. И вот тот, кто помогает, он выбрал сторону добра. Тот, кто, условно говоря, делает вид, что это какая-то мифическая прокси-война, выбрал другую сторону, к сожалению. Существует такой страх, что Россия способна в длинном сроке отправить на фронт 20 миллионов человек. И что она идет на истощение. И что Украина просто не может позволить себе такие потери, на какие готова Россия. И что любое поражение для России не окончательное, а лишь один эпизод мясорубки, которая, что касается Кремля, может длиться годами. И, кстати говоря, из этого исходят и те люди, которые утверждают, что украинская власть пион и что США готов воевать до последнего украинца. Понимаете? Это все, вот все, что вы сейчас сказали, исключительная мечта России. Напугать всех, что мы тут 20 миллионов мобилизуем, отправим и всех на колени поставим. Я вам расскажу следующее. Первое. Мы не воюем до последнего украинца, мы вообще креативно воюем. У нас потери, конечно же, есть, но они несопоставимы с потерями России. И второе, я считаю, что действительно нужно резко увеличить объем потерь России. Сейчас перейдем к цифре 20 миллионов. Резко увеличить объем потерь. А для этого, мы об этом с вами начинали говорить, нам необходимы определенные виды оружия, определенные инструменты. Ракеты повышенной дальности, авиация, танки, артиллерия, увеличение возможностей артиллерийских складов наших и так далее. Потому что нет у них никакого мобилизационного ресурса 20 миллионов. Они сегодня потеряли совокупно все потери, имеется в виду убитыми, ранеными, ампутированные, пропавшие без вести и так далее, порядка 250-300 тысяч человек. Есть критическое число, после которого неизбежны внутренние бунты социального плана. Люди не хотят умирать, даже несмотря на тот низкий уровень жизни, который есть в Российской Федерации. Да, пропаганда российская работает, но тем не менее, люди осознают, что они пришли вырезать граждан другой страны на ее территорию. И это не мотив защиты своих семей, как у Украины. У нас просто нет варианта, кроме как максимально уничтожать российскую мобилизованную армию. Просто уничтожать, потому что это люди, которые пришли в наши дома. Мы должны защищать свои дома. На этом и построена человеческая цивилизация. Она построена на том, что ты, несмотря ни на что, должен умереть, защищая свою семью. Это же главный признак. Как только ты отвернешь глаза, то тебя начнут убивать в любом случае. Потому что Россия не остановится на Украине, если мы станем на колени. Она будет считать, что имеет право зайти и в другие страны. Активно зайти и убивать там граждан. Потому что всегда, когда ты показываешь слабость, рано или поздно зло начинает наглеть. Не можно будет, нельзя будет, вернее, мобилизовать 20 миллионов. Я думаю, что ресурс мобилизации уже близок к исчерпанию в России. Люди убегают, люди не хотят умирать, еще раз подчеркиваю. Нужно просто до конца выстоять. И я предлагаю европейским нашим партнерам и хорватским нашим партнерам осознать одну вещь. Никогда, ни при каких обстоятельствах не становитесь на колени перед насильниками. Есть возможность умереть, да, она есть, защищая свою семью, но делайте это, иначе вас всегда будут убивать, насиловать, и вы никогда не сможете жить в свободной Европе в целом. Поэтому очень простые правила. Не важно, что говорит Россия. Россия очень много запускает информационных кампаний. Она пытается пугать Европу в том числе. Не важно, что они делают на поле боя. Мы выстоим. Если есть страна, которая готова платить кровью за все, поддержите ее. Потом сочтемся, потом выскажем друг другу разные претензии. Но сейчас важно передать Украине максимальный объем оружия, для того, чтобы мы максимальные потери нанесли российской армии. И мы пойдем до границ, мы будем туда идти в любом случае. Президент Зеленский неоднократно на этом делает акцент. И поэтому, поверьте, Украина точно не станет на колени. Украина точно заплатит любую цену за то, чтобы выиграть эту войну. НАТО повторяет, что эта война, скорее всего, закончится переговорами, а не полным поражением России. Позиции Киева, мне кажется, ясны. Возвращение к границам 91 года, Донбасс и Крым в Украине. В рамках компромиссных решений рассматривает ли Украина после возвращения территории некую модель военной нейтральности, типа как раньше была Финляндия? Вы знаете, мне кажется, что
вот интенсивность войны, объем разрушений, объем смертей среди гражданского населения, тот тип, как нас пришли убивать, тот тип убийств, да, который применяет Россия, невозможно. Вот сейчас невозможно говорить о каком-то компромиссе, тем более мы прекрасно понимаем, что такое современная Россия. Вы понимаете, что если мы неправильно закончим войну, в России начнут нарастать реваншистские настроения. Она захочет пойти и добить. Она захочет вложить больше денег в том, чтобы разъединить Европу. Для того, чтобы спровоцировать много различных хаосов на других территориях, чтобы отвлекать внимание. Она проведет работу над ошибками своей армии. Она будет еще больше тратить денег на создание внутренних конфликтов в Украине. Кроме того, если война закончится неправильно, в Украину не придут деньги. Экономика будет такой же разрушенной. У нас мы не сможем восстановить страну, и люди будут ее покидать. Это будет серая зона. Ну, то есть, понимаете, любой компромисс сейчас, любой переговорный процесс, опять же, это абсолютное непонимание того, что это будет означать смерть Украины. Ну, мы должны добровольно согласиться не на быструю смерть, как думал Путин, за 3 дня он Киев возьмет, а на медленную смерть. То есть, какие должны быть у нас резоны? То есть, мы должны осознать, осознанно сказать, да, мы понимаем, что мы умрем не за 3 дня, а умрем за 3 года. Ну, давайте мы все равно подпишем с Россией что-то. Ничего подобного, это невозможно. Вы знаете, вы задаете правильные вопросы, я просто хочу акцент один сказать. Давайте вот в Европе, поймите, пожалуйста, есть страна под названием Украина, которая платит невероятную личную цену за это кровью своих людей, и мы готовы дойти в этой войне до конца. Почему вы не хотите, чтобы мы правильно, так как нужно, дошли до конца? Почему нужно вести вот эти странные разговоры по поводу, а давайте вы как-то что-то отдадите, давайте вы станете на колени, давайте вы признаете поражение. Почему? Если мы говорим, мы умираем, но готовы идти до конца. Я не могу понять, неужели мужиков, я прошу прощения, мужчин не остается в других странах? Неужели не остается героев в других странах? Почему одна страна на весь мир показывает, что готова умирать за право своих детей жить свободными? Почему нам говорят, нет, дайте своих детей в рабство? Почему? Как это в голове у людей укладывается? Почему мы должны встать на колени, если мы готовы умирать за свободу? Если Россия останется хотя бы на части территории Украины, она будет себя считать не проигравшей стороной, стороной, которая не несет ответственности за войну. Тогда опять же, тогда появится все больше разговоров. Вы знаете, это была какая-то странная война, ну не все так было однозначно, непонятно кто там что инициировал и так далее. Россия понимает, если после такого типа войны, когда они десятками тысяч убивали мирное население, атакуя их крылатыми ракетами, не понесли наказания, то какая проблема уничтожить, например, там парламент какой-то страны и понести за это какое-то наказание, если можно будет выйти и сказать, мы не знаем, это не мы сделали, это непонятно, кто сделал. Первое. Война может закончиться только, если Россия уйдет на границы 91 года. Это важно. Важно. Не должно быть никаких криминальных анклавов и никакого реваншизма. Война должна быть закончена. Только так можно будет закончить войну. Второе. Как только Россия уйдет на пределы границы 91 года, в самой России начнется обязательный процесс политической трансформации. И тогда там будет более адекватная, рано или поздно, более адекватная элита политическая, которая сможет смотреть на окружающий мир иначе. Третья составляющая. Безусловно, у нас с вами будет несколько лет, когда мы сможем перестроить контур безопасности Европы. То есть, грубо говоря, пересмотреть, какие должны быть акценты в этой безопасности, какую роль должно играть НАТО, как нужно реагировать на те или иные конфликты и так далее. И, наконец, четвертое, мы вернем международное право через процедуру специального трибунала и покажем другим режимам в других странах, которые иногда испытывают вот это шовинистическое желание куда-то зайти и что-то у кого-то забрать, что будет неизбежное жестокое наказание. Михайло, дякую. Дякую вам дуже. Спасибо. Я, кстати, с большой симпатией всегда отношусь к Хорватии, зная вашу историю и понимаю, что именно вам, лучше многих в Европе, понятно, что происходит в Украине. Всего доброго. До побачення. До побачення.